Дорогие земляки, прошел единый день голосования. Голоса посчитаны, а основные итоги определены. Я благодарен всем, кто пришел на избирательные участки. Всем, кто поддержал мою кандидатуру, а также иных политических кандидатов. Это не значит, что вы ошиблись. Это значит, что мы не нашли слов или времени донести вам нашу позицию. Я уважаю ваш выбор. Благодарен всем, потому что выборы прошли при высокой для нашего региона явке, что делает их максимально легитимными. Мне это приятно вдвойне, потому что я был прям и честен с вами, не старался понравиться, не подбирал слова и не раздавал пустых обещаний, не произносил хлестких лозунгов и, как это принято говорить, не заносил углы, донося свою позицию. Это и есть курганский характер. Для меня честь быть с вами, дорогие земляки. Работаем на Курганскую область вместе.